Всем привет! С вами Алиса, ведущая в мире спорта. Сегодня мы отправились в МДУ номер 8 города Шахтерска. Узнать, что же такое ГТО по мнению детей. Что же такое ГТО? Готовки, уже оборона. Для чего нужно ГТО? Чтобы больше людей занимались спортом. Для чего нужно заниматься спортом? Чтобы быть сильными. Смелыми. Ловкими. И самое главное, быть здоровым. Ребята, вы любите спорт? Да! Да. Сейчас мы это и проверим. Вне всяких сомнений, физкультурной поддавшись волне, на пути мы великих свершений. Быть здоровым и ловким легко, вся страна как большая команда. В выполнении норм ГТО покоряем высокие планки. Каждый день сам себя побеждай, будь выносливым, гибким и сильным. Норматив ГТО выполняй, будь в единой команде России. Развивайся и дух закаляй, энергичным будь, быстрым, активным. Всех вокруг спортом ты заряжай, чтоб здоровой была вся Россия. Мы гордимся любимой страной, в нас жива славных лет ее память. Так стремись же, пока молодой, ей наследие лично оставить. ГТО – не девиз, не призыв, ГТО – утверждение смелых. И отличие знака отлив достается лишь самым умелым. Сам себя побеждай, будь выносливым, гибким и сильным. Норматив ГТО выполняй, будь в единой команде России. Развивайся и дух закаляй, энергичным будь, быстрым, активным. Всех вокруг спортом ты заряжай.